Сообщение о пожаре поступило на пульт 01, 15:48, первое подразделение прибыли, 15:55. Пожар был повышен до ранга 1 бис. Загорание деревянной обрешетки, кровли, пристроя к зданию по адресу 8 марта 37. На месте пожара работало 8 единиц техники, 23 человека личного состава. Сложностей в тушении не было. Сложности за сколько потушили? Потушили за 12 минут. К чему относится это вот здание? Здесь идет реконструкция, будет кафе. Собственников зданий пока на месте пожара нет. То есть дело возбуждено или что? Какие последствия? Причина пожара предположительно огневые сварочные работы. Дознаватели на месте пожара работают. Более точно причина будет устанавливаться.